Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» вместе с представителями управляющих компаний проверили качество дезинфекции мест общего пользования и прилегающих территорий в многоквартирных домах на улице Говорова и бульваре маршала Крылова. Такие проверки помогают выявить адреса, где санобработка проводится ненадлежащим образом, для передачи сведений в территориальные отделы надзорного ведомства и принятия соответствующих мер.